Машка, познавашка. Привет, ребята. Смотрите, какая красивая красная машинка едет по дороге. Очень красивая. А почему она катается ночью? Она не просто катается. Эта машинка едет домой после работы. Целый день она развозила пассажиров, а сейчас едет отдыхать. А где она будет отдыхать? Машинки отдыхают в домах для машинок, гаражах. И что? Каждый вечер после работы машинки приезжают в гараж, уютно располагаются и отдыхают? Все верно, умняшка. Но перед отдыхом они обязательно моются. Хочешь посмотреть, как это происходит? Очень, очень хочу! А вот и мойка. Здесь проходят водные процедуры. Ух ты, как интересно! Сначала машинку ополаскивают водой. Затем очищают самые грязные места. Далее машинку намыливают пеной. Ой, наверное, щекотно. После покрытия пеной включаются две огромные щетки, которые снимают пену и остатки грязи. А в конце мойки нужно нанести полироль и натереть машинку до блеска. Ух ты! Какая она чистая и блестящая! Вот теперь можно и отдохнуть! После мойки машинка отправляется в свой гараж и спокойно отдыхает до утра. Домой и, наверное, очень устал. Это школьный автобус. Целый день он возил детишек, и теперь ему нужен отдых. А можно я помогу ему помыться? Очень скоро школьный автобус и меня будет возить в школу. Ну, конечно же, можно, умняшка. Давай начинать. Сначала сполоснем его водичкой. Затем очистим грубую грязь. А теперь самые щекотные процедуры. Пена. И щетки. И остался полироль. Натираем до блеска. Молодец, умняша! После водных процедур наш автобус отправится отдыхать в гараж. Спокойной ночи, автобус! И хорошенько отдохни, чтобы утром детишки не опоздали в школу! Если тебе понравились мои мультики, подписывайся на канал! Скачать это приложение можно с Google Play или App Store.